Очевидно сегодня, что мы, по сути дела, всем русским миром должны откликаться на какие-то актуальные вещи. Да? И не случайно группы соотечественников из той же, не знаю, Германии там, или из Израиля умудряются и гуманитарную помощь собирать для беженцев, и, собственно говоря, какие-то там финансовые средства, все это передавать и так далее. То есть активно участвовать в проведении той политики, которую, собственно говоря, сегодня последовательно проводит Российская Федерация. Да? Это тоже важный момент, что соотечественники должны к этим вещам подключаться более активно. И действительно мы видим хорошие примеры того, как эта работа в некоторых странах организована.